вот как это важно, знать совместимость, знать, кто тебе нужен. И это как раз очень важная тема для современной психологии и различных парапсихологических ее ответвлений, таких как, например, соционика. Сегодня нашу передачу я буду вести не вместе с психологом Сергеем Игоревичем Дубовым, кандидатом психологических наук и специалистом в области соционики и совместимости. Да-да, вот несколько слов по поводу того, как определить можно свой психологический тип, свои какие-то задачи на воплощение и, соответственно, совместимость. Подходит ли отношение между людьми как? Вы знаете, коллеги, я должен сказать, что сегодня мы попробуем начать цикл, связанный с соционикой и с этим совершенно удивительным и потрясающим, на мой взгляд, инструментом. Дело в том, что мой опыт работы с этим инструментом, он начался задолго, больше чем за десятилетие до принятия мной решения стать психологом. Мне посчастливилось быть знакомым с Аушрой Августиновичей, которая была родоначальником вот этой науки, не побоюсь этого слова.